Get Movies. Канал для всей семьи. Я недавно их видал, не поймал лишь малость. Только папа мне сказал, просто показалось. Поймать их невозможно, нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Чертеж. А? Что? Привет, Дим Димыч, все рисуешь? Не рисую, а черчу. А в чем разница? Смотри, это круг. Круг. А это? И это круг, только круглее. Вот, потому что я его начертил циркулем. И получилась мишень. Ну-ка, где мой пистолетик? Ай! Ты чего в меня стреляешь? Да он сам! Я даже нажать не успел! Что, сломался? Сейчас посмотрим. Так, вот! Деталька сломалась! А давай я папусу попрошу! Он новую сделает такую же! Погоди, я ее начерчу. Твой папус разбирается в чертежах. Еще бы. Папус во всем разбирается. Все. Ну ты прямо настоящий чертильник. Ха, не чертильник, а чертежник. Попробуйте от руки начертить ровный круг. Не выходит. А вот с помощью циркуля круг выйдет что надо. Ставим иголку в центр, крутим и готово. Циркуль – это не единственный чертежный инструмент. Например, прямые линии проводят с помощью линейки. А чтобы начертить рамку для рисунка, подойдет угольник. Чертим одну сторону, потом другую. Переворачиваем угольник, чертим две остальные, и получается рамочка. Ровная и квадратная. Есть чертежные инструменты даже для кривых линий. Они называются лекала. Красиво, правда? А вообще люди сейчас все больше и больше чертят с помощью компьютера. Папус! Что случилось? Помоги, пожалуйста! У нас с Дим Димычем деталька сломалась! Сделаешь? Какая деталька? Вот, как на чертеже! О, у вас и чертеж есть. Ну, давай посмотрим. Принес! Супер! Ну-ка. Не подойдет. Видишь, здесь букву выступ. Надо новый чертеж начертить. Опять ты меня напугал. Извини, на деталке еще выступ должен быть. Это точно все? Все, точно. Дим Димыч, готово. Слушай, пока тебя не было, я понял, что тут еще и дырка должна быть. Вот здесь. Опять? Ты понимаешь, нам бы еще дырочку. Чертеж – это не просто рисунок. Он должен точно описывать вещь, которую нужно изготовить. Для этого необходимо чертить аккуратно и все размеры указывать цифрами. И еще. Если вещь сложная, ее надо показывать на чертеже с трех сторон. Спереди, сбоку и сверху. Видишь? С каждой стороны она выглядит по-разному. Чтобы работу не переделывать, учись правильно чертить.
получилось! Точно! Это все чертеж помог! Ага, с третьего раза! Эх вы, чертежники! Я теперь все, что угодно начерчу! Давай, Симка, я твой чертеж сделаю! Ха, вот еще глупости! Так, секунду. А теперь повернись боком! Чего это? Угу. Зачем? Ты куда? Так. Все! А это что? Это вид сверху. Точно, Симка! Сверху ты такая и есть! Нолик, отнеси чертеж папусу. Пускай сделает еще одну Симку. Нет уж, спасибо! Мне и одной хватает! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.